Первое офлайновое мероприятие после длительного карантина молодежка в СМПО провела на открытом воздухе. Новелла квест с темой «Все дороги ведут на завод» зарегистрировалось 15 команд, в каждой от 2 до 4 человек. Соскучившиеся по движухе заводчане с нетерпением ждали старта. Мы участвуем втроем. Маша, иди к нам. Вот, участвуем втроем, но как-то совместно решили, увидели картинку от молодежной организации. Мы не в одном цехе, мы просто сборная команда. Решили попробовать. Ну, друзья. Да. Ну, ожидаю положительных эмоций, чего-то интересного, какой-то интересный формат посмотреть мероприятие. Как только завершились все организационные дела, участникам зачитали легенду квеста. В молодежную организацию пришло странное письмо с просьбой найти друзей по переписке. Автор письма неизвестен. И раз уж вы здесь, мы решили совместить, так скажем, приятное с полезным и переадресовали эти письма вам. Быть может, вы подружитесь с автором. В конвертах капитанов задание, разгадав которое, велосипедистам предстояло как можно быстрее крутить педали до пункта назначения. Маршрут был проложен почти через весь город. Ребята побывали перед цехами в СМПО, проехали мимо крупных супермаркетов и городских исторических памятников. Перед тем, как получить следующий вопрос, команда обязательно отправляла селфи организаторам. Было интересно, но порой злило, что мы торопились поначалу, невнимательно читали. Вот. И очень много было догадок. Вроде бы все правильно, но не то. Участникам разрешалось брать подсказки, но каждая из них стоила команде 10 минут штрафного времени. Поэтому многие предпочитали догонять до правильного ответа самостоятельно и колесить по городу в поисках ответов. Нам понравилось. Вообще, кстати, очень интересно. Все время приходилось думать на всю дорогу. Вот. И мы голову ломали в некоторых местах. Серьезно так. И блудили, между прочим, много. В некоторых местах тоже, да. Уезжали не туда, намотали лишний километраж, наверное, километров 5, наверное, точно мотнули. А сколько всего наехали километров, знаете? Сейчас можно глянуть. 23,5 километра. За время велоквеста участникам предстояло собрать 12 конвертов. Последнее задание – найти фразу, зашифрованную в посланиях. В городе, где все дороги ведут на завод, мы классный делаем титан! Около 2 часов колесили велосипедисты на своих железных конях. Добраться до финиша удалось не всем, но основная часть спортсменов разгадала логику квеста. В тройку призеров вошла сборная команда из цехов номер 23, 32, 12 и 31. Вторыми стали девушки из НТЦ, а победу в корпоративном велоквесте одержали парни из цеха номер 38. Первое массовое мероприятие в этом году прошло успешно, весело и познавательно.